когда немножко, когда вода, знаете, светлая, все, ты себя чувствуешь хорошо. Когда ты приближаешься вниз, поднимается мул, ты теряешь ориентироваться. По нормальному кольцу хорошо ориентироваться. Тебе дают идти вправо, идти влево, прямо или назад. А перебороть что, собственно? Перебороть вот этот страх перед глазами. Понимаете, есть под водой может случиться все. Нас учат, потихоньку подводят к тому, какие будут ситуации под водой, как с ними бороться. Учат, потихоньку подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться.